Поединок между Лукманом Жабраиловым и Абдусамадовым Гамидовым продолжается. Напоминаю вновь, что Абдусамад Гамидов борется с синим трико в белых борцовках, более светлых. В красном трико Лукман Жабраилов. Чемпион Советского Союза 1984 года. Серебряный призер чемпионата Европы, обладатель Кубка мира, победитель и призер многих международных турниров. И с ним борется 23-летний Абдусамад Гамидов, чемпион мира и Европы среди юниоров. Шесть минут 15 секунд до второго вызова на ковер боролись безрезультатно эти спортсмены. И вот пошла вторая минута. Абдусамад выискивает шанс пройти ноги Лукману, а стоя чуть выше Абдусамад, Лукман наверняка бы пытался найти к нему подход в стойке. И стойки он хорошо бросает, Лукман. Тут уже приходится вмешиваться Ивану Сергеевичу Ярыгину. Так, конечно же, борьба может продолжаться долго и безрезультатно. Кто рискнет? Кто первым рискнет? А напоминаю, борьба идет за бронзовую медаль чемпионата. Все кончено. Победу со счетом 1-0 в этой долгой затяжной схватке, когда спортсмены вторично вызывались на ковер, одержал Абдусамад Гамидов. И таким образом, вы сами все видели на ковре, завоевал за серебряную, бронзовую медаль 45-го чемпионата страны.